Доброе волшебное утро, друзья! Привет всем! Академия популярной музыки Игоря Крутого и телеканал Муз-ТВ продолжают удивлять вас, зажигая звезды. В новом, необычном, местами волшебном шоу с эффектом мурашек. Битва талантов! Сегодня с вами шоумен, ведущий канала Муз-ТВ Константин Тарасюк. И моя соведущая, студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого, Катя Манешина! Итак, друзья, по результатам прошлых отборочных туров, в ожесточенной, местами суровой борьбе, под натиском мнений членов жюри, было отобрано не 36, а 38 участников. В итоге в команде «Воды» 19 вокалистов, и в команде «Огня» тоже 19 вокалистов. Ну что, друзья, у нас начинается второй этап соревнований. И сегодня мы увидим выступление 12 первых вокалистов, по 6 от каждой из команд. После того, как выступят участники из обеих команд, члены жюри вынесут свой вердикт, и победивший участник продолжает соревнования. Ну а тот, кто дойдет до финала и победит всех, получит 1 000 000 рублей на свое дальнейшее продвижение в мир шоу-бизнеса. Итак, друзья, разрешите нам представить членов жюри. Певец, композитор, да что уж там, живая легенда, Олег Газманов, ваши аплодисменты. Певица, композитор и просто очаровательная Полина Гагарина. Певец, автор песен, рэпер Натан. Ну а теперь пришло время раскрыть наш главный секрет. Имена тех, кто будут наставниками проекта «Битва талантов». Итак, наставниками команды «Воды» будет группа M-Band. Встречайте! Анатолий Цой, Артем Пиндюра и Никита Киоса. Помощником наставников педагог по вокалу Академии популярной музыки Игоря Крутого Кристиан Лейник. Приветствую, ребят. Приветствую. Всем здравствуйте. Почему вы выбрали именно эту команду? Или, может быть, вам не предоставляли право выбора? Знаете, у нас тоже иногда такое бывает. Тут у нас всякие магические предметы рулят. Вон, люстра, кристаллы. Ну. На самом деле, нам очень понравились ребятки, очень талантливые. Поэтому мы сейчас всей душой болеем за них. Вообще, мы на самом деле переживаем не меньше вашего, потому что в роли наставников мы выступаем впервые. Мы сами не так давно закончили конкурс, участвовали точно так же, как и вы, переживали. Ну, раз уж пошел такой разговор, на самом деле, да, вот эти проигрыши, да, которые получаются, мы не знаем, что лучше, да. Когда ты выигрываешь, ты показываешь то, чего ты можешь, да. Но когда ты проигрываешь, ты показываешь то, чего ты стоишь. И неизвестно, что будет лучше. Я на самом деле в конкурсе не выиграл. Но, тем не менее, это не помешало мне стать тем, кем я есть на сегодняшний день. И смотрите, у вас есть очень хорошие примеры того, куда надо стремиться. Дерзайте! Ой, чувствую, битва будет жаркой. Ну что, друзья, самое время узнать наставника от команды «Огня». И тут у нас обворожительная красавица, певица Ани Лорак, которой сегодня будет помогать наставник, педагог по вокалу Академии популярной музыки Игоря Крутого Константин Работов. Итак, пока обнимаются. Аня, первый вопрос. Скажите, готовы ли вы зажигать новые звезды на нашем проекте? Привет всем! Привет, дорогие жюри!
прекрасные, красивые. Я очень счастлива сегодня быть здесь, тем более, что такие талантливые участники, такие харизматичные, обаятельные, красивые. И, конечно же, я с моим учителем и педагогом, и лично желаем всем абсолютно удачи, успехов, уверенности, чтобы они выходили, не боялись и были настоящими артистами на этой прекрасной сцене. Здравствуйте! Я хочу, во-первых, с вами всеми познакомиться и сказать, что я очень счастлива, что я являюсь вашей наставницей. Я, конечно, слушала, как вы поете. Все получается у того, кто много работает и репетирует. Мы выходим на сцену для того, чтобы получать удовольствие. Надо верить в знаки, что ничего не бывает просто так. Во всем есть какой-то замысел. А что именно и почему мы здесь собрались, и у каждого какая судьба ожидает, вот это нам предстоит с вами и понять. Аплодисменты наставникам и просим вас занять свои места. Ну что, Кать, в бой? В бой. Тогда битва талантов. На телеканале Муз-ТВ объявляется открытой! Наставники заняли свои места. Жюри готовы выносить вердикт. Зрители готовы не щадить свои ладони аплодисментами. Участники волнуются. А я напоминаю, что по правилам нашего конкурса порядок выступления определяет наша магическая люстра. И прямо сейчас мы узнаем, участник из какой команды будет выступать первым. Итак, первыми будут выступать команда воды. Поэтому просьба наставников определиться с выбором участника, конкурсанта. Итак, первая участница, которая выступит от имени нашей команды, Черноталова Аня. Неплохой выбор. Хорошо. Чем готова ответить команда огня? Мы ответим замечательной исполнительнице Ким Дарья. Ух, и битва нас ожидает. Объявляем первое выступление битвы талантов. Ну что, ты волнуешься? Ну, чуть-чуть. Все-таки первый выступать, это все равно страшно. Ну да, конечно, это более ответственно, мне кажется, чем всем остальным. Как ты думаешь, у тебя сильный соперник? Я думаю, да. Ну что, девчонки, я желаю вам удачи, ни пуха, ни пера. У меня две мечты. Первая, конечно же, я мечтаю стать великой артисткой и быть популярной. А вторая мечта, я очень хотела бы спеть с Кристиной Агилерой. That in all their loneliness, they were angry and they sinned. Living fragments were flesh so broken. I could tell you what they've done, or should I tell you where they went wrong? Well, the they stand to play, yeah. These strange and crazy games keep on growing stronger by the day, yeah. Lord, have mercy on them, please. Mother Mary, full of grace.
In our weakness, we've lost faith. We've been careless and we have been wounded, and the evil inside us has gone. God help the man that we had known. Я думаю, я могу победить, потому что у меня есть уверенность, целеустремленность и вера в то, что я выиграю. Will you get for Monday? It's up for something. Well, get to your mind. You got run the time. I need time to the radio. A show to cry. It's dead time on the mind. Gonna ride, baby, baby. You change and I need my little loving. I can't keep giving you work. Care about nothing. Wanna somebody save me. I got trouble with my babies. И это лишь первая пара выступающих, дорогие жюри. Итак, я прошу подняться участников. Идите ко мне. Ну куда же ты от меня уходишь? Идите сюда, давайте. Сейчас все будет как в боксе. Мы беремся за руки и ждем вердикта жюри. 3, 2, 1. У нас здесь не битва, а дружба. Вы обе молодцы, но сначала, подождите, давайте услышим членов жюри. Почему именно такой выбор? Девчонки, спасибо огромное. Чудесные выступления. Каждый по-разному. Разные, скажем так, жанры, разные ритмы. Вот. Мы вот обсуждаем с Олегом, что жалко, что не на русском. Потому что на русском было бы, наверное, еще явнее и понятнее. И сложнее. Вам было бы сложнее. На русском очень сложно петь. На английском легче, правда? Вот. И да, к сожалению, это факт. Вот. Кто будет на русском, тот молодец. Ну а здесь вот нам показалось, что первая красавица была точнее. Да, на самом деле, обе девочки крутые. И самое главное, когда девочка выходит на сцену, она ее сразу чувствует. И это видится сразу. Не так, что просто какой-то новичок стоит. И мне показалось, почему здесь единственное, только потому, что очень гармонично песня подошла тебе, и ты в ней раскрылась не так прям вот прям много-много, но раскрылась. Здесь, мне кажется, просто был неудачный выбор песни. Это личное мое мнение. Но то, что вы крутые обе, это 100%.
Так что поздравляем команду «Воды». Итак, у меня вопрос к наставникам. Только что было сказано, что неудачный выбор песни. Как вы считаете, вообще согласны с выбором жюри? Аня? Ну, конечно, согласна с выбором жюри. У нас многоуважаемое, опытное жюри. Мы прислушиваемся ко всем мнениям. Но, на мой взгляд, действительно замечательное выступление команды «Воды». Но у нас девушка, которая не только обладает голосом, но еще артистизмом. Все, отправляйся к своей наставнице, к своей команде. Ну, а тебя ждет очередная порция магии. Вставай сюда. И сейчас мы узнаем, а как распорядится наша магическая люстра? Ведь не факт, что ты останешься в команде «Воды». Сейчас узнаем. Ты переходишь в команду «Огня». У меня вопрос к наставникам. Вы не жалеете о такой потере? Да, мы безумно жалеем. Хочется отметить, Аню, ты огромный молодец, и нам безумно обидно, что ты теперь не с нами. А ты-то рада? А мы рады. А они рады, смотри-ка. А ты-то рада? Давай, нужно политически правильно ответить. Да. Да. Не знаю. Простите, ребят, она рада. Нет, мне было и в команде «Воды» хорошо. Думаю, что в команде «Огня» мне тоже будет хорошо. Ну, если вдруг поменять, опять вернемся, да? Все, отправляйся к своей новой команде. Ну, а мы же продолжаем нашу битву. Сегодня у судей крайне тяжелая и ответственная задача. Из двоих талантов оставлять в проекте можно только одного. Помогать им в этом будут интуиция и собственный опыт. Олег Газманов, несмотря на свой 66-летний возраст, даст фору любому новичку на сцене. Каждый свой концерт певец превращает в настоящее шоу и радует зрителей акробатическими представлениями. Посмотрим, кто еще из участников сможет удивить столь опытного артиста. Финалистка Евровидения и многих других музыкальных конкурсов, певица, композитор и просто красавица Полина Гагарина закончила школу уже в 15 лет. Голос Полины можно назвать поистине золотым, ведь он застрахован на 1 миллион долларов. Рэпер Натан свои первые стихи написал уже в начальных классах школы, а в 14-летнем возрасте освоил игру на духовых инструментах. Артист имеет собственную философию, выраженную в короткой фразе «идти строго к своей цели». Посмотрим, кому следующему отдаст предпочтение столь харизматичный певец. Ну а теперь начинается очередная битва. Первыми на этот раз выступают участник от команды «Огня». Итак, Аня, кто это будет? Гайдова Евгения. Чем ответит команда «Воды»? У нас выступает Устинова Вероника. Аплодисменты, и очередная битва начинается. Девчонки, я вижу, что вы волнуетесь, но волноваться не стоит, потому что за вас будем волноваться мы. Собственно, для этого мы тут и собрались. Желаю вам хорошо выступить. Все будет хорошо. Давайте петь. Больше всего в жизни я люблю петь, танцевать и дарить людям добро, потому что это такое совершенно непередаваемое чувство, когда ты даришь людям добро, и все рады. Лимоны падают в песок, искрится прибой, как бусы на плечах муссон, вечный спутник мой. Качает лодку океан, сияет закат, а где-то далеко река, тают облака. Хлопают в ладоши пальмы, песня прибой. И я к тебе с разгадкой тайны слышу голос твой. Надо мною звезды, океанский воздух, и ты словно рыба на песке. Если бы ты знал, как тебя мне не хватает.
Я решила принять участие в проекте «Битва талантов», потому что я хотела получить много ценной информации, много чего интересного, опыта и узнать, что же такое проект «Битва талантов». Тают на ветру, и что? Мы разлетаемся на миллионы осколков. Ты меня нашел из тысячи диких лун. Мне нравится столько, мне нравится дорога, пульс. Мне нравятся твои облака. Не надышаться столько им, ну и пусть. И этот волшебный закат. А не думали мы упадем океанами, стали мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Держи меня, мне без тебя не справиться. Сгорать дотла в твоих руках мне нравится. А не думали мы упадем океанами, стали мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума Итак, я призываю обеих участниц сюда ко мне на сцену. Вставай, вставай. Ну что? Ты даже на меня не смотришь. Настолько переживаешь. А ты какая-то довольная, Боня. Давайте же начинать. Итак, руку давай. Три, два, один. Итак, у нас непонятки. И вносит их, как обычно, женщина. Итак, Полина, скажите, пожалуйста, кто в итоге-то? За кого мы голосуем? Кого выбираем? Кто остается в нашем проекте? Слушайте, ну это вообще на самом деле настоящее издевательство, потому что что-то говорит, сидит тетенька и что-то вещает детям. Это ужасно. А когда выходят суперталантливые дети, становится плохо, мурашки бегут по телу, потому что надо делать какой-то выбор. Понятно, что это игра, и я надеюсь, что дети к этому правильно относятся. Вот, потому что я, как никто, прошла 153 конкурса, вот, и знаю, что это такое. Вот, но это не самое приятное, вам хочу сказать, испытание. Вот, не знаю, я не знаю, что делать, потому что здесь вот, ну, как вот к Ване не потянуться, как вот к Женечке не потянуться, которая как дала Ване, причем в какой-то дикой тональности, видимо, еще подняла, да, зачем-то. Какие-то ультразвуки начались наверху, но так чистенько брала этот интервал и так искренне волновалась и нервничала. А Вероника как-то чудесно, музыкально, невероятно, все точно спела, как будто фонограмма зазвучала, не знаю, просто пластинка. Как тут сделаешь выбор? Я не знаю. Пусть делают мужчины. Ну, нет, Полина, согласна, должны сделать выбор вы. Вы уже как могли протянули это время, чтобы еще подумать. Но вот выбор. У нас две прекрасных участницы. И огонь, и вода, как говорится, нам от этого не деться никуда. Поэтому выбирайте. Олег, не подсказывайте, пожалуйста. Она должна сделать свой выбор. Но я в общем-то, выбрал
Мы видели. Спасибо. Вы знаете, я выбрал, но я хочу вам сказать... Ага. У нас настоящий батл. Вот он, дух битвы, наконец-то. Просто, понимаете... Давайте еще раз внесем смотр. Ну, за Ваню можно все отдать. Что она сделала? Вот одной нотой только. Все остальное просто мимо спела, это не важно было. Вот она... Но золотая девушка, действительно золотая. Она настолько точно и тонко спела, это уже готовый артист просто, который можно водить на сцену, который двигается хорошо, все, я не знаю. Если можно было, я бы... Спасибо. Новый золотой голос России. Да. Спасибо. Так, хорошо. Олег, значит, за Веронику. Я тогда за Женю. Что скажешь, Натан? Спасибо. Это нечестно, это нечестно. Сделай правильный выбор. Я пацанов очень люблю и уважаю, но... Нет каких-то конкретных аспектов, почему. Это чисто там внутри. Просто меня задело именно... Вот это вот «Ваня, Ваня, Ваня». Просто это было супер. Мне понравилось. В этой битве побеждает команда огня. Вот они, слезы счастья. Все, не переживай. Обнимитесь, девчонки. Вы уже не соперницы. А вот ваши наставники, да. Давайте с вас теперь начнем. Нам, конечно же, больше понравилась Вероника. Не просто потому, что она в нашей команде, просто настроение какое-то такое. Спасибо. Девчонки молодцы, на самом деле. Вы оба победители, мы считаем. Да. Спасибо. Аня, только что они сказали, что ваша была похуже. Ну что можно сказать? Участие. Ну, посмотрите, Женечка плачет. Ну это ж человек, посмотрите, тронули сердце. Она вот эмоционально сегодня самая счастливая, потому что она так хотела участвовать в этом проекте. Она так мечтала. И я понимаю, что ну, все сегодня, кто выходит, это наши артисты. Они обе прекрасны. Я просто искренне желаю вам удачи. Удачи и успеха. Спасибо, спасибо. Спасибо всем, кто только что что-то высказался, но это уже не важно, да? Или важно для тебя было то, что они сказали? Мне было важно, потому что я все обязательно учту и постараюсь стать лучше. Молодец, я просто давал время проплакаться. Иди, все, отправляйся к своей команде. Тебе спасибо, спасибо большое. Ну а ты, давай отвернемся, вытирай слезы. Вытирай слезы. Поворачиваемся, ведь сейчас мы ждем вердикта от люстры. В какую команду отправишься ты сейчас? Команда воды! Вот откуда слезы. Все, она даже не хочет думать, разговаривать. Она просто отправляется вот так легко. Она вас покидает. Ну так в жизни бывает. Да. Но мы болеем за лучшего. От всей души вас поздравляем с нашим приобретением. Итак, команды сделали рокировку. Ну а сейчас команда... Мы готовы. Да, наставники команды воды должны сделать свой выбор, кто будет выступать далее. Итак, друзья, на сцену выходит Андреасян Лиана. Давайте поддержим. Угу. Команда огня. Кто будет зажигать на сцене битвы талантов сейчас от вас? Губарева Владлена. Ух. Ну что, нас ждет очередная битва, и не будем тянуть никого ни за что. Поехали. Не боишься обжечься огнем? Нет. А не боишься, что она тебя потушит? Нет. Ну, вот с таким настроем и отправляйтесь на сцену. Удачи! Я пришла на битву талантов с мечтой победить и стать великой певицей. Такой певицей, чтобы обо мне весь мир знал.
Я мечтаю о том, чтобы мои родители никогда не болели, чтобы я никогда не болела, чтобы вся планета была дружная и, конечно же, победить в этом проекте. Стая закрыла небо, темнее ночи средь бела дня, сверкают глаза от гнева, охота неравная на меня. Раны под платьем белым, я буду смелой, я буду опять летать, летать. Солнце плавится где-то леним, за горизонтом вдали, а я выбираю быть белой вороною между людьми. Я ворона, ворона, мне нисколько не больно, но все больше ты медлишь с тобой. Посмотри всюду камни, я другою не стану, буду белой вороной всегда, просто. Мне говорят, стань черной, запачкай перья и все дела. Мои белоснежные два крыла, а я поднимаюсь в небо, сверкая на солнце своей чистотой. Я выбираю белый, белый. Я ворона, ворона, мне нисколько не больно, но чего же ты медлишь, давай. Посмотри всюду камни, я другою не стану, буду белой. Во-первых, я хочу сразу сказать, что, на мой взгляд, у нас на сцене сразу две представительницы команды «Огня». Такое ощущение по репертуару. Проходите, пожалуйста, идите ко мне, не стесняйтесь, не бойтесь, не я лишаю вас проекта, если что. 3, 2, 1. Спасибо. Побеждает команда «Огня», точнее, Владлена. Итак, почему выбор такой? Ну, вообще ничего, ни о чем это не говорит. Говорит просто о том, что так эмоционально было, что мы по-другому не могли. Но по поводу девушки с плеером было просто потрясающе. Я так завелся. Во-первых, она вышла как победительница. Я просто тебе комплимент хороший. Не обращаю внимания на места. Здесь выбора практически нет. Первое и второе место. Вы все время в тройке победителей. Все время призеры все. Вот. Но я не удержался, потому что... справа от меня такая ворона была, вообще невозможно было смотреть. Я не мог усидеть, честно. Потому что это было вот настолько эмоционально и правильно. Это готовый артист, который может выходить уже и спокойно выступать и поглощать энергию из зрителей и дарить энергию. Молодец, спасибо тебе. А это правда. Олег Газманов даже пиджак снял после твоего выступления. Я проголосовал за воду, друзья, и увидел... Увидел много жизни в ней. Песня и вообще нелегкая в исполнении, потому что там нужна индивидуальная вот манерность, а здесь на самом деле очень мощный голос, для которой это просто была не та песня. Во всем остальном я проголосовал за тебя и даже не отменяю этого выбора, и до последнего я голосую за тебя, так что вода, ну как бы... Спасибо. Наставники воды, скажите, пожалуйста, вы считаете, что репертуар подходил? Исполнительницы. Не знаю, мне лично очень понравилось. Мне показалось, что Ляна просто это такая маленькая бомбочка просто позитива. Вышла, взорвала просто у всех такие улыбки на лицах. Это очень круто. Спасибо тебе за позитив. Мы прям сидели и улыбались во все 32 зуба. Ну, ворона прекрасна, ты прекрасно поешь. И прекрасная песня. Спасибо. Аня?
Ну, я присоединяюсь, очень все правильно сказано моими коллегами. Замечательные две. Я считаю, что не раскрыт потенциал, действительно, потому что она даже берет ноту, и видно, что там еще запаса. Она может и внизу петь, и вверху, и середина. Очень красивый тембр, голос. Наверное, этот тембр дали тебе твои родители, корни, потому что они корни есть. И они настолько вот твой темперамент необыкновенный. Привет, ромашки! И ты уже раз, и все мы уже куда прятаться, куда? Что? Молодец, отлично, вот так и вперед, только еще больше такие песни, которые раскрыли твой талант. Ну а что говорить о нашей участнице? Я просто жду этого момента, когда я увижу такие афиши, там будет написано «Владлена», и я в очереди покупаю билет, иду на твой концерт и сижу, хлопаю в первом ряду. Поэтому тебе этого желаю от всей души. Спасибо. Отправляйся к своей команде, не расстраивайся. Ну, а команда «Огня» рано радуется, ведь вполне возможно, что сейчас люстра сделает так, что вы потеряете такую сильную претендентку на звание победительницы. Итак, «Аннет», команда «Огня», отправляйся, регистрируй свою песню на всех возможных сайтах, чтобы ее никто не украл, потому что претендентов здесь как минимум уже трое. Итак, по итогам первых трех батлов в паре Анны Чернаталовой, выступавшей от команды «Воды», и Дарьи Ким от команды «Огня», удача оказалась на стороне Ани. Однако она покидает свою команду и продолжит борьбу уже в команде «Огня» со своим новым наставником Ани Лорак. Далее от команды «Воды» выступала Вероника Устимова, а от команды «Огня» Евгения Гайдова. В ожесточенной борьбе победу одержала Женя. Но решением магической люстры конкурсантка перешла в команду «Воды» к наставникам группы «МБН». А в паре Лианы Андреасян из команды «Воды» и Владлены Губаревой из команды «Огня» жюри отдали предпочтение Владлене. Она остается в проекте в команде «Огня». Страсти все накаляются. Посмотрим, кто же из следующих участников сможет продолжить свой путь до финала, а для кого битва закончится. А мы ждем теперь, кого команда «Огня» отдаст первой. Кайн Риверс. О, мой бог. Окей. Вот так вот. И кто от команды «Water»? Ну, от нашей команды выступает очаровательная Райхель Анастасия. Да тут какой-то просто батл будет, а не битва. Поехали. Вы в жизни вообще дружите? Нет. Нет? Не знакомы. То есть сила дружбы вам точно не поможет, да? Ну, на битве талантов случаются чудеса, как мы уже заметили, поэтому я вам желаю сохранить этот боевой настрой. Поэтому вперед на сцену! Я хочу показать всем то, что я достоин стать знаменитым артистом. To believe we were burning all the ages, something beautiful, something beautiful, something can dream, smoke and mirrors keep on waiting, all the miracle, all the miracle. Say go through the darkest of days, heaven to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. I'm in the age of a knife. Never let you go, never let me down. Don't give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. I don't give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Good enough. No, we're good enough. Say go
go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, diving the age of a night. Never let you go, never let me down. Don't give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Спасибо. Я пришла на битву талантов, чтобы показать свои возможности и победить. Этот новый день до. Лови за гвоздь удачу и миллионы новых идей с собой. Любимый крепкий кофе, мой тот же, только в профиле. Время нас не ждет. Давай изменим правила ярмарки тщеславия. Твой успех придет. Сделай шаг навстречу себе. Ночь, тем ближе рассвет. Набирает скорость зеленый свет. Ты слышишь? Танцуй со мной, танцуй со мной. Танцуй со мной, пусть все увидят. Танцуй со мной, танцуй со мной. Это просто быть самим собой. Танцуй со мной, танцуй со мной. Танцуй со мной. Я не нужный спам и искренних улыбок, обгоняя тех, кто любой ценой. За место под звездами слишком серьезный, отражая свет. Огни большого города, честный, стоит дорого. В этой суете забудь остаться просто с собой. Танцуй со мной, танцуй со мной. Танцуй со мной, пусть все увидят. Танцуй со мной, танцуй со мной. Это просто быть самим собой. Давай встаем. Итак, 3, 2, 1. Да, как-то опять не уверена, но ждем. Ну, потому что да, это настоящая подстава сейчас была. Вот, потому что принцесса пела мою песню. Вот, и пела ее лучше, чем я. И поэтому я тебе ее отдаю. Все, теперь она твоя. Лови на слове. Чуть-чуть надо было по... знаешь, есть такое слово английское catchy. Так немножко поточнее, скажем, порезвее, что ли, припев. Ты хотела показать голос, ты его показала шикарно в куплетах, а тут надо было более игриво сделать припев, тогда бы еще сильнее завела зал, хотя ты его, естественно, завела. Да, доставила удовольствие огромное. А что касается принца, то, конечно, феноменально, потому что просто пластинка, идеальное попадание в ноты и какой-то очень трогательный, очень взрослый, необычный тембр. Спасибо. Поэтому мой голос туда ушел. Поздравляю вас с чудесным выступлением. Что добавят наши наставники? Мы вам совсем не завидуем, потому что у вас очень сложная работа. Но я не понимаю, как можно было определить, кто выиграл здесь. Потому что, Настя, ты очень крутая, ты прям вот просто подрывала нас. Ну а Каин зажег, по-моему, сегодня всю публику. Ты молодец, вы молодцы. Здесь проигравшего нет однозначно.
Ну, что здесь скажешь? Я считаю, что Настя вообще молодец. Тем более, как волнительно петь песню, когда в жюри сидит Полина. И это, я представляю, боже, так волнительно. Как ты справилась? Молодец, умница. Просто. И зажгла. Я тебе желаю удачи. И ты должна знать, что вот неизвестно, на самом деле неизвестно, что лучше для артиста, победить или проиграть. Потому что когда побеждаешь, расслабляешься, а когда проигрываешься, злишься и растешь, становишься лучше и опережаешь своих тех ребят, с которыми соревновался. Поэтому я тебе желаю только вперед. Поэтому неизвестно, возможно, сегодня ты выиграла удачу. Поэтому поздравляю тебя. Спасибо. Стой. Раз, два, иди к своей команде. Ты в команде огня, но я бы не был так уверен, пока люстра не даст свой вердикт. Итак, ха! До свидания, команда огня. Первый раз, по-моему, человек не рад, что он меняет команду, я прав? На самом деле, мне очень было уютно в команде огня. Я надеюсь, мы все сдружимся с командой водой. Ну, смотри на них. Вот она, твоя новая семья на нашем проекте. Готов отправиться к ним? Да. Иди. Ну, а сейчас мы ждем участника от команды воды. Это будет Дзендзюк Ульяна. Итак, хорошо, Ульяна, а что противопоставим им? А у нас Верткова Анжелика. Ну что, в бой? Как думаешь, у тебя строгие наставники? Да, очень. А у тебя строгие наставники? Не очень. Но в любом случае они будут вас поддерживать. И вас ждет огромная поддержка. Так что удачи! Мне очень страшно выходить на сцену. И для того, чтобы преодолеть свой страх, я сосредотачиваюсь на своей песне и правильно дышу. Главный поклонник в моем творчестве — это, в общем, один воробей.
когда я начинаю петь, там распевки или обычные просто песни, он сразу садится на подоконник и начинает меня слушать. И пока не закончится этот урок, он, то есть, не уходит с подоконника, не улетает. И моя преподавательница заметила, что больше ни на кого он так не смотрит. Знаешь, возможно, это лишь кажется мне таким сложным, но это нравится сильно. Твоя любовь похожа на фильмы. Слова из хрупкого стекла мне говорить не надо, будь просто рядом. Снова набело, заново мир мой, зимами замело, только ты не даешь мне быть одинокой. Слова из хрупкого стекла мне говорить не надо, будь просто рядом. Руки. Мы готовы. 3, 2, 1. Не видно. Да, да. Мамочки! Сказать, что ее трясет, и вся сцена трясется, ничего не сказать. Иди сюда. Давай с тобой спросим, почему такой выбор сейчас. Спасибо. Так вот, почему выбор такой, члены жюри? Ну, вообще это убийственный совершенно сейчас был момент, потому что я в последнюю секунду, даже мгновение показал направо. Мне обе удивительно нравятся просто, да. Ульяночка, если бы ты что-нибудь так Гузаровой спела, было бы идеально, мне кажется. У тебя такой запас, и ты могла бы драйв какой-то сделать. Все-таки блюзы петь очень сложно, особенно совсем в таком молодом возрасте. Это такая штука, блюзы. Это вообще очень, очень сложно. Очень крайне тяжело передать, и мне очень сложно даже это оценить, потому что я люблю эту музыку, и я знаю таких великих блюзовых артистов. Это все, ну, как-то вот это в крови должно быть. Вот. А здесь вот артистка, она этим живет просто. Вот попала с этой песни так, она прям живет этим. Я думал, сейчас с этой сцены свалится. А нет, тут некуда падать, да. Но так близко подошла. Вот, я не отпускаю, конечно, да, все. Это направо я показал, поэтому. Но вы обе молодцы. Обе. Потрясающее выступление, Ульян. Голос шедевральный, тембр невероятный, глубокий, не по возрасту. Блюз — это такая свобода, это такой кайф. Ты местами улавливала, а потом местами проглядывала твоя юность, вот, естественно, и это все не совпадало. Я с тобой, потому что я понимаю твое положение. Спасибо. И, конечно же, платье. Но платье невозможно горело. Вот. И поэтому я предлагаю, конечно, тебе его отдать мне. Да. Здесь было все очень чистенько спето, очень классно по нотам, прям никаких претензий. Здесь были кексы, были, но сама передача вот жизни, она заполнила эту сцену, и я не смог оторвать глаз. Я слушал и косячки, и это было очень гармонично, и это было прям прикольно. Я просто немного не согласен с мнением жюри, точнее, с этим выбором, потому что мы много не согласны, говорит Артем Викторович Пиндюра, и... В косячках и кексах тоже просто свой шарм есть.
Но вообще, если честно, именно в этом состязании, в этой битве, на наш взгляд, Ульяна была технически сильнее. Вот. И мы хотим, чтобы ты не расстраивалась. Ты безумная молодец, ты прекрасно спела. Уже действительно готовый номер, который можно показывать большие массы. А еще, друзья, молодость — это очень быстро проходящий недостаток, поэтому радуйся ему и не обращай ни на кого внимания. Ты молодец, ты сегодня зажгла. Пой, что спасибо. Хочешь, правда. Ждем ответочки, Аня. Они только что сказали, но что я она хочу сказать, хуже. Что мы сейчас наблюдали два исполнителя. Но один был вокалистом, а другой был артистом. И вот скажите, кто лучше? А они разные, потому что вышла вначале Эми Ван Хаус такая, точно. Блин, как заспела, как взяла эти ноты. Ну ничего себе! Вот это Ульяна, конечно, дала. Но на самом деле, когда появилась Анжелика, она просто вот так парила. Такая раз и захватила весь зал. И мы такие, что надо делать? Скажи, Анжелика, куда? На сцену? Туда? Мы твои зайчики. Поэтому я понимаю, что сегодня победила энергия, понимаешь? Но надо заниматься вокалом. Уроки, практика, чтобы брать легко все эти ноты, переходные и так далее. Потому что тебе дано что-то, но что-то нужно еще подтянуть. Поэтому я тебе желаю удачи. И, конечно, мое восхищение Ульяной. И тебе тоже удачи желаю. Спасибо. Отправляйся. Ты молодец. Команда воды. Вот. У нас здесь не битва талантов, а дружба талантов. И это прекрасно. Предлагаю сделать так. Закрывай глаза и попробуй определить, в какой команде ты будешь. Когда я тебе поднесу микрофон, ты мне ответишь. Готова? Давай. Люстра. Как ты думаешь? Не смотри, как думаешь, какая команда? Огонь. А теперь открывай. Вода. Ты отправляешься в команду воды. Да. И говорится, что спорили, все равно все идут к нам. Идем, солнце. Мы безумно счастливы, что у нас в строю появляется еще больше позитивных людей. Умничка. Ну, а сейчас мы ждем участника от команды огня. Хихинашвили Максимилиан. Ох, как загнули-то красиво. Ну, в нашей команде участник с не менее звездным именем Айрапетов Карен. Воу! Да, друзья. Сейчас здесь будет жарко. Несомненно. Ну что, подготовили сцену для них, для этих двух пылающих сердец. Ухожу отсюда. В этой мужской компании мне не по себе. Ребята, отдайте мне все свое волнение и вперед из песней. Я пришел на битву талантов, потому что для меня это очень интересный конкурс, и в котором я бы хотел поучаствовать и продвинуться в нем. А также, чтобы познакомиться с новыми ребятами, с которыми у нас одинаковый интерес к музыке. Yeah. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, maybe when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. I can take my eyes off of it, moving so phenomenally. You are like the wavy rocket, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, when you already know. So just imagine. Woo! Nothing I can see but you when you dance. Girl, with good creeping up on you, so just dance. Come on! All the things I shoot to you, but you dance. Oh, it's no bad delivery soon, so keep dancing. Break it down now. Make some noise, let me see your clever hands. Put your hands up. I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance. Good
creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on! All the things I shoot to you, but you dance, dance, dance. There ain't no party leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling, so keep dancing. Got this feeling in my body, I wanna see you move your body, you. Спасибо. Чтобы победить, мне нужно трудолюбие, потому что только так можно победить, и надо работать, работать, работать. И меня ждет успех. Mirándote, tengo que bailar conmigo hoy. Hey, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame camino que yo voy. Hey, tú harás el imán y yo soy el metal. Me voy a escándalo, voy armando plan. Solo con pensar o se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto que tomalo sin ningún apuro. Despacito, tira el aspirato quello despacito. Dejate carica tutto salorito. Para que te acuerdo si me estás conmigo. Despacito, tira el aspirato besos despacito. Firma las paredes, ve con laberinto. De tu cuerpo, tu manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero saber tu ritmo. Quiero esa mesa, mi boca. Tus lugares favoritos. FM se quiere esbozar. Tus sones de peligro. Hasta provocar transcripto. Yo que olvidé spavedito. Despacito. Quiero esperar tu cuello despacito. Carica tutto salorito, para que te perdo si me estás conmigo. Despacito, tira el aspirato, besos despacito. Firma las paredes, vengo laberinto. Y es el de tu cuerpo, tu manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero saber tu ritmo. Quiero esa mesa, mi boca. После таких выступлений, мне кажется, очень хочется помолчать, да? Переварить как-то все это. Ну, заставить Олега Газманова танцевать, ребят, это, конечно, легко. Это уровень. Но все-таки мне придется, наверное, взять вас за руки, хоть вы и здоровые мальчики, но давайте. Я правильно понимаю, что две руки? А можно спасти, то есть вот сделать и туда, ну разок хотя бы, дайте. Ну, если только вместе с вами согласятся все наставники. Слушайте, я только за. Дай пять просто, и ты дай пять, вы молодцы. Вы просто, в хорошем смысле этого слова, просто уничтожили вы всех своим вокалом. Это было волшебно. И говорите вы, я правда, я хочу просто помолчать. У меня есть одна песня такого испанского чуть-чуть направления. Готов вместе с вами с двумя спеть. Реально. Я вам советую всех ловить на слове. Мало ли что. Такие две бомбы нам приберегли вот именно в самом конце, что вышли на сцену и, честно, и порвали. Здесь просто слова были излишни, все танцевали, все увидели. Вы просто крутые пацаны, и респект обоим. Спасибо. Спасибо.
Наставники, если что-то добавлять, хотя, по-моему, добавлять тут, как говорится, и нечего. Да, конечно, нечего. Да. Тяжелая артиллерия на десерт была очень круто. Мне кажется, вообще после шоу нужно сделать из них дуэт. И все, и... А мы пойдем на пенсию тогда уже. Ну, тут абсолютное вот соединение. Вот то, что и артистизма, и вокального таланта, и харизмы, и то, что дает Бог, и то, что нельзя научиться. Вот вы просто вышли, и мы вас уже любим. Не понимаем, что любим. Вот просто любим. А когда запели, когда затанцевали, молодцы. Ну, мне кажется, сейчас будет просто как-то неправильно украсть у каждого из наставников по такому бойцу, поэтому отправляйтесь-ка вы в свои команды оба и радуйте нас своим очередным батлом. Что ж, друзья, сегодня мы прослушали 12 выступлений, и каждая из команд лишилась своих вокалистов. Да, команды вокалистов редеют понемногу, но таково условие конкурса. И порой неважно, победил ты или проиграл, ведь кто знает, что на самом деле явилось настоящей победой для участников. Следующие батлы оказались еще ожесточеннее. Итак, в паре Анастасии Райхель из команды «Воды» и Кайна Риверса из команды «Огня» Кайн оказался на шаг впереди и обошел свою соперницу, но ему пришлось сменить команду и перейти к своим новым наставникам группе «М-Бэнд». В паре Ульяны Дзиндзюк из команды «Воды» и Анжелики Вертковой из команды «Огня» лидерство одержала Анжелика. Однако она покидает своего наставника Ани Лорак и переходит в команду «Воды». Ну а последний баттл оказался самым напряженным. Выбрать кого-то одного в этой паре жюри так и не смогли и дали возможность пройти в следующий тур и Максимилиану Хихинашвили из команды «Огня», и Карену Айрапетову из команды «Воды». Мы благодарим генерального информационного партнера, спонсора нашего проекта, журнал «Теленеделя». В каждом номере программы телепередач и все о знаменитостях. Подробную информацию о нашем спонсоре вы можете узнать на сайте tele.ru. Это была битва талантов на Муз-ТВ. И прямо сейчас на этой сцене самый обаятельный рэпер, по мнению девчонок нашей академии, Натан! Класс! Чё, качнём все вместе? Если ты мой дикий ангел, то научи меня летать. Но всё, что между нами в тайне, я о ней хочу кричать. От тебя на шаг, если привыкаешь, иногда бывает нужен перекур. Я знаю, ты со мной играешь, но, увы, в мою игру. Не заметили с тобою в танце, что остались мы одни. Я хочу быть с ней, делать рап-па-па-пам, делить напополам все. Я хочу быть с ней, ближе к сердцу, губам, тихо так прикасайся. Я хочу быть с ней, с ней, рап-па-па-пам. Сейчас все, что между нами в спальне, повторял бы сотни раз. Эта тишина словно намекает, еще пару фраз и я утону. Если ты мое желание, то я у тебя в плену. Не заметили с тобою в танце, что остались мы одни. Давай! Я хочу быть с ней, делать рап-па-па-пам, делить напополам все. Я хочу быть с ней, ближе к сердцу, губам, тихо так прикасайся. Я хочу быть с ней, с ней, рап-па-па-пам, оу, е. Я хочу быть с ней, с ней, рап-па-па-пам, оу, е. Теперь вместе со мной повторяем. Я уверен, здесь много вокалистов. Вместе! Я хочу быть... Я хочу быть с ней,
всем, друзья!